За минувшие сутки в России зафиксировано 24 326 заболевших. Всего по стране насчитывается чуть более 2 миллионов человек. Из них более 1 600 000 выздоровели, чуть более 37 000 человек скончались. В Пермском крае за сутки плюс 296 заболевших. Всего выявлено 18 890 человек. Из них 12 899 выздоровели. Скончались от COVID-19 551 человек. По данным сайта администрации губернатора Прикамья, в Кунгуре и Кунгурском районе 564 заболевших. 225 район, 339 город. Данные по выздоровевшим и скончавшимся отсутствуют.